Всем добрый день. Сегодня мы разбираем четвертую главу книги Хорстена «Метафизика и математика произвольных объектов». Глава называется «Математические объекты как произвольные объекты». Поскольку уже основная теория была как-то обрисована в предыдущей главе, Теперь Хорстен начинает с того, что объясняет, почему она важна для математики, собственно. Мотивация, как он говорит, такая. Произвольное натуральное число может считаться референтом высказываний математиков, когда они говорят что-нибудь вроде «пусть А будет натуральным числом», и затем переходят к рассуждению об этом А. Таких произвольных натуральных чисел может быть много, потому что тот же самый математик может затем сказать, пусть B будет другим натуральным числом, и дальше рассуждать об А и B вместе. При этом Хорстен подчеркивает, что информация о том, какое конкретное значение в данном случае принимает произвольное число, выпускается из виду. Однако можно каким-то образом ограничить значение этих произвольных чисел. Например, тот же математик, когда он говорит, что b будет другим натуральным числом, фактически задает условие, что a не равно b. То есть мы не знаем, какие значения принимают эти произвольные числа, но мы говорим, что если a принимает какое-то конкретное значение, 37, то b это значение в данном случае принимать не должно. И таким образом можно говорить о степенях произвольности. Например, можно определить a как произвольное натуральное число больше 10, и оно будет в этом смысле более произвольным, чем когда мы говорим, что a будет произвольным натуральным числом больше 5. Произвольные натуральные числа моделируются подобно тому, как мы в предыдущей главе моделировали произвольных Колферов. Только разница, естественно, в мощности множества состояний. Мы хотим, чтобы количество состояний, которые принимает произвольное натуральное число, было не больше и не меньше, чем количество различных всецело произвольных натуральных чисел. То есть получается, что мощность множества таких состояний должна быть равна омега. И мы получаем матрицу размера омега на омега, которая называется пространством произвольных натуральных чисел, обозначается вот такой жирной буквой N. И Хорстен говорит, что эта матрица, вообще говоря, имеет избыточную структуру, потому что достаточно было бы просто пространство состояний кардинальности омега без отношения порядка на его элемент. Но поскольку у нас отношение порядка уже есть на числах, то мы будем его использовать. И если посмотреть на все это в общем, то можно описать различные по степени произвольности натуральные числа, одним из которых будет, собственно, определенное натуральное число, то есть такие числа, как привычные нам, 3, 5, 27. Оно будет определяться как произвольное натуральное число, которое задается константной функцией из омега в омега. Немного странно в этом контексте говорить, что это число произвольное, но тем не менее ради общности Хорстен вводит вот такое вот определение, и потом оно ему пригождается. Всецело произвольное натуральное число – это такое произвольное натуральное число, которое может принимать любое значение, английское выражение whatsoever. И здесь я добавляю с равной вероятностью, потому что в дальнейшем, из дальнейших рассуждений Хорстена становится ясно, что он имеет в виду именно это. И отдельным случаем является диагональное число, то есть такое произвольное натуральное число сигма,
что для всякого натурального числа m, имеется в виду определенного натурального числа m, сигма принимает значение m ровно в одном своем состоянии. Таким образом, мы получаем совокупность всецело произвольных чисел, которые обозначаем жирной f, и совокупность диагональных чисел, которые обозначаем жирной d. И если мы оценим кардинальность диагональных и произвольных чисел, всецело произвольных чисел, то у нас получится, что и та, и другая кардинальность равны 2 в степени омега, то есть это пространство мощности континуума. Однако при этом совокупность диагональных чисел входит в совокупность всецело произвольных натуральных чисел. И также имеется 2 в степени омега таких чисел, что они принимают каждое из значений в бесконечном числе своих состояний. Вот тут мы сказали, что всецело произвольное число принимает любое значение с равной вероятностью, имелось в виду с какой-то конечной вероятностью. То есть оно в конечном количестве состояний равно каждому из m. Однако можно определить без всякого противоречия и такие числа, которые в бесконечном количестве своих состояний принимают каждое из значений. Вот. И тогда мы можем сказать, что для всякого кардинального числа k произвольное число сигма, мы будем называть k генерическим, если для всякого натурального m это число сигма принимает значение m ровно в k своих состояний. И тогда получается, что диагональные числа являются один или одно генерическими, а те, которые принимают каждое из значений в бесконечном количестве своих состояний, являются омега-генерическими. И непонятно, как соотносятся по степени произвольности различные k-генерические числа. Например, каковы причины считать всецело произвольные числа, обладающими тем или иным конкретным значением k? Должны ли мы считать, что это одно генерические числа, или омега генерические, или что-то между? На этот вопрос мы так и не получаем ответа до конца главы. При этом Хорстен говорит, что можно строить по тому же принципу произвольные натуральные числа более высоких порядков. Так второпорядковое произвольное число будет в различных состояниях принимать значения различных первопорядковых произвольных чисел, и мы получаем иерархию пространств произвольных натуральных чисел, где пространство, которое мы обозначаем как А нулевое, будет совпадать с пространством натуральных чисел. И каждое пространство с индексом бета плюс 1 будет оно будет пространством с предыдущим индексом, в степени равной размерности этого же пространства. Поскольку каждый следующий порядок строится из предыдущего, мы берем предыдущий порядок и, умножаем мощность саму на себя. Не умножаем мощность саму на себя, строим пространство следующей размерности. Предельный случай – это А лямбда, где лямбда – это предельный ординал. Оно будет равно объединению всех таких пространств А бета, где бета меньше лямбда.
Значит, зависимость между произвольными натуральными числами может быть разной, то есть не обязательно эта зависимость должна быть функциональной. Вот так, как мы говорили в начале, когда брали два произвольных числа, таких, что а не равно b, это не функциональная зависимость, и тем не менее это зависимость. Значит, здесь Хорстен вводит понятие независимых произвольных натуральных чисел. Два произвольных натуральных числа независимы, если для всякого определенного значения k, которое может принимать число a, и для всякого определенного значения l, которое может принимать число b, существует ситуация, когда a принимает значение k, а b принимает значение l. Значит, поскольку мы уже говорили о том, что число состояний, в которых значит, произвольное натуральное число принимает то или иное значение, поскольку мы его уже отождествляли с вероятностью, то мы можем говорить о большей или меньшей вероятности того, что натуральное число будет в том или ином состоянии или в том или ином диапазоне состояний. Например, достаточно маловероятно, что произвольно натуральное число между 20 и 50 будет степенью двойки. Ну, то есть мы просто подсчитываем количество таких значений и делим на общее количество число значений по общей формуле. И получаем, что вероятность равна 6/26. Вот. Значит, для конечных множеств значений вероятности вычисляется по обычной формуле, однако для бесконечных множеств есть сложности. Например, классическая теория вероятности по Колмогорову даже не дает ясного ответа на вопрос о том, как строго определить вероятность того, что произвольно натуральное число примет значение, скажем, 23. Ну, это известная проблема, как бы в теории вероятностей, когда количество исходов бесконечное, но вот здесь она также проявляется. И Хорстен говорит, что более подробно вопросы зависимости и независимости между произвольными и натуральными числами, а также вопросы вероятности, он будет рассматривать в главах 9 и 10. Пространство произвольных натуральных чисел, которое Хорстен обозначает вот этой вот своей черной буквой N, как он говорит, имеет большое значение в разных разделах математики. В частности, вот он говорит, что в рамках топологии оно может быть отождествлено с пространством Бэра, и его свойства активно изучаются в разных разделах математики, и особенно активно, собственно, в топологии и в дескриптивной теории множеств. Здесь Хорстен помечает, что топологические концепции в целом имеют очень естественное приложение к теории произвольных объектов, и вот он ссылается на работу Сантампроджио, где была предложена топологическая интерпретация степени произвольности. Значит, топология пространства Бэра генерируется счетной предбазой, состоящей из всех открытых множеств вот такого вида. Я не буду читать эту формулу, она длинная. Значит, суть в том, что отсюда можно получить понятие непрерывной функции. Значит, такое, что функция f из омега в степени омега в омега в степени омега непрерывна, если значит, обратная функция от всякого множества a является открытым множеством всегда, когда a не строго входящее, являющееся под множеством омега в степени омега, является открытым множеством. Таким образом, видно, что пространство произвольных натуральных чисел
которая равнозначна пространству Бэра, не компактна. То есть, что вот это n на n изоморфно самому n и так далее. Вот. Ну и все эти соображения еще раз приводят Хорстена к тезису, что пространство Бэра имеет большое философское значение. Значит, другое понятие, которое Хорстен считает важным в этом контексте, это понятие плотности. Значит, множество А, являющееся множеством омега в степени омега, плотно, если и только если для всякого непустого открытого множества B, также под множество омега в степени омега. Верно, что А пересечение с B не пусто. Ну вот, дальнейшую часть этого слайда я, честно говоря, сама понимаю плохо. Если кто-нибудь будет столь добр, чтобы объяснить мне, что какой в этом смысл, то я буду очень благодарна, когда это произойдет. Значит, Хорстен говорит, что естественно рассмотреть счетные плотные множества, плотные открытые множества, значит, вот такого n, и, например, множество всех таких f, принадлежащих омега в степени омега, для которых существует n такое, что значит, набор f от n, f от n плюс 1 и так далее, f от n от девятки представляет собой последовательность из первых 10 цифр десятичного разложения вещественного числа π является плотным открытым множеством. То есть, как я понимаю, мы здесь просто должны взять каких-то последовательно 10 разрядов вот из этого вот, значит, числа, которое представляется у нас функцией f. И вот Хорстен говорит, что если эти первые, то есть не первые, а какие-то 10 разрядов совпадают с 10 первыми цифрами десятичного разложения π, то это плотно открытое множество. И, следовательно, множество всех таких f, принадлежащих омега в степени омега, что для каждого n большего нуля существует m такое, что f от m плюс 1 и так далее, f до f от m плюс n минус 1, представляет собой последовательность из первых 10 цифр десятичного разложения вещественного числа π, является остаточным множеством, где остаточное множество определяется как множество, включающее счетные пересечения плотных открытых множеств. Вот это вот остаточное множество, я не уверена в правильности своего перевода этого термина, но я посмотрела, значит, это множество, которое является обратным, значит, тому множеству, которое называется вот так вот meager set, BISCO, и на русский оно переводится как тощее множество. Значит, и остаточным множеством является также, например, множество омега-генерических чисел. Хорстен говорит, что это понятие важно, поскольку всякое остаточное множество претендует на то, чтобы быть типическим множеством. Что такое типическое множество, я тоже не нашла, буду благодарна за пояснение. Вот, значит, дальше мы переходим к более философской части. Значит, раздел называется «More Phrygian Worries», еще больше фрегианского беспокойства, так я перевела. Значит, и суть в том, что в разделе 3.6 мы уже обращались к фрегианской критике понятия произвольного числа как числа, то есть к сомнениям Фреги в том, что произвольные числа вообще являются числами. А также мы разбирали вопрос о том, что значит для объекта быть в некотором состоянии.
И теперь, уже вооружившись теорией произвольных чисел, мы снова приступим к рассмотрению возражений Фреге в более развернутом их варианте. Значит, статья What is function 1904 года. Фреге задает вопросы о произвольных или неопределенных, как он их там называет, числах, которые дополнительно заострены по сравнению с тем, как мы их видели в разделе 3.6. Вот список этих вопросов. Во-первых, если выделяются классы определенных и неопределенных чисел, то к какому из них принадлежат, например, простые числа, или же они принадлежат к обоим этим классам? Во-вторых, можно ли в классе неопределенных чисел различать рациональные и иррациональные числа, или это различение применимо только к определенным числам? В-третьих, сколько существует неопределенных чисел и чем они отличны друг от друга? В-четвертых, как сложить два неопределенных числа и как сложить неопределенное число с определенным числом? И в-пятых, к какому классу принадлежит сумма неопределенного числа с определенным, если их можно сложить. Вот Хорстен говорит, что вопросы Фреге вполне уместны, они нуждаются в ответах. И как было показано ранее в разделе 2.6, неспособность ответить на них подрывает весь проект исследования природы произвольных чисел. Однако, вот когда мы постулировали, что ответы нужны, мы еще не могли ответы эти дать. Но сейчас ответы уже можно дать, и вот такие у нас, значит, будут ответы. Ответ на первый вопрос состоит в том, что произвольные числа – это определенные натуральные числа, как мы их определили раньше, просто такой вот выраженный случай. То есть простые числа – это только определенные натуральные числа. Значит, да, возможно, понятие простого числа можно расширить на пространство произвольных чисел, подобно тому, как оно расширяется на различные алгебраические структуры. Но это уже другой вопрос. Вот. Ну вот, в частности, да, можно сказать, что поскольку определенные натуральные числа – это выраженный случай неопределенных натуральных чисел, можно, например, сказать, что вот… По крайней мере, определенные натуральные числа, то есть такой вот подкласс произвольных натуральных чисел, могут быть простыми, ну и так далее. Значит, рациональность и иррациональность, второй вопрос. Также мы должны сказать, что это понятия, применимые к определенным действительным числам, и, возможно, их можно расширить на пространство произвольных действительных чисел, но это тоже уже другой вопрос. Значит, по поводу размерности мы уже сказали, значит, в первом разделе этой главы, что существует 2 в степени омега, то есть континуум всецело произвольных чисел. Однако, как говорит Хорстен, в главе 6 будет показано, что если бы мы придерживались определенной структуралистской позиции по поводу произвольных чисел, то мы должны были бы оспорить эту оценку и сказать, что вместо этого, что существует 2 в степени 2 в степени омега всецело произвольных чисел. На четвертый вопрос Хорстен отвечает так, что в разделе 3.4 был дан критерий тождества для произвольных объектов, согласно которому произвольные числа А и Б тождественны, если они принимают одинаковые значения в каждом из одинаковых своих состояний. То есть, ну, как вот Хорстен это выражает, в одних и тех же ситуациях. Мне не очень нравится здесь термин «ситуация», потому что он как-то, ну, не очень прозрачен. Но, тем не менее, наверное, его можно использовать. Значит, и насчет сложения тоже Хорстен говорит, что, ну, самый простой и естественный способ определить сложение на произвольных числах – это определить его поточечно. Значит, тогда получится, что если А и Б – это произвольные числа, то их сумма А плюс Б является произвольным числом, таким, что в каждом из его состояний, значит, где А принимает значение М, а Б принимает значение N, сумма А плюс Б будет принимать значение N плюс M.
Значит, и по поводу сложения определенных чисел с неопределенными, то есть ну, например, с всецело произвольными натуральными числами, Хорстон говорит, что поскольку, опять же, определенные числа мы рассматриваем как пограничный случай произвольных чисел, то мы легко можем определить сумму определенного числа с неопределенным числом и можем сказать, что она всегда будет неопределенным числом. Следующий раздел связан с рассмотрением абстрактных, произвольных чисел как квазиконкретных объектов и, точнее, вообще произвольных объектов как квазиконкретных объектов. Костен говорит, что некоторые объекты, о которых мы обычно думаем как определенных, на самом деле являются произвольными объектами. Вот, например, символы, буквы или другие символы, там, цифры те же самые, нумералы. И также последовательности таких символов, то есть строки. С одной стороны, каждый из символов имеет, если мы говорим о нем как о символе, то мы подразумеваем, что он имеет какую-то конкретную экземплификацию. Буква где-то написана, значит, строка тоже или где-то написана, или, как мы будем позже говорить, что строки можно воображать. Значит, но с другой стороны, буква не является никаким конкретным ее написанием, и понятие буквы, вообще говоря, оно определяется без ссылки на множество конкретных ее написаний. Ну и точно так же со строками. Значит, в этой связи Хорстен вспоминает точку зрения Гилберта, который считал, что арифметика может рассматриваться как говорящая о системах выражений. Ну, вот это слово «говорящее» его как бы в оригинале нет, в оригинале здесь «is about». Значит, ну, например, можно сказать, что, ну, то есть арифметику можно выразить как некую систему закономерностей, говорящих о конечных строках штрихов. И было бы неверно рассматривать ее как говорящую о какой-то одной выделенной системе выражений, будь то строка штрихов или там система выражений с использованием арабских нумералов или римских или каких-то других. Ну, потому что у нас нет никаких оснований для того, чтобы выделять так какую-то одну из систем выражений, мы можем с равным основанием применить, значит, арифметику к любой из них. И можно сказать, что с позиции Гилберта система натуральных чисел есть второпорядковая произвольная сущность, которая может быть в состоянии, когда она представляет собой штриховую нотацию, или в состоянии, когда она представляет собой римскую запись, и при этом строки штрихов и римские нумералы сами будут первопорядковыми произвольными объектами. Значит, аналогично можно обращаться со многими другими математическими реалиями. Ну, например, конечный граф может рассматриваться как произвольный объект. И тогда, значит, если мы рисуем этот граф на бумаге, то точки и линии у нас будут произвольными объектами, которые могут быть в состоянии, когда они имеют то или иное физическое воплощение. То есть вот этот самый рисунок на бумаге. Значит, однако мы тем же самым образом могли бы рассматривать как граф не точки и линии на бумаге, а, скажем, фигуру из кофейных кружек, связанных шнурами.
Также мы можем думать об алгоритмах как о произвольных сущностях, которые могут быть той или иной компьютерной программой, и где сама компьютерная программа сама является произвольным объектом, состояниями которого являются либо надписи на бумаге, когда мы эту программу записываем в виде текста, либо процессы, запущенные на компьютере или на ноутбуке, опять же, том или ином. Значит, здесь Хорстен говорит, что, возможно, вот эти вот выражения, то есть символы, строки, графы и, может быть, даже компьютерные программы, являются примерами того вида произвольных объектов, которые рассматривал Парсонс в своей работе 2008 года, называя их квазиконкретными объектами. Квазиконкретными объектами он называл те объекты, которые не могут существовать, то есть мы не можем о них говорить, не подразумевая какой-то конкретной реализации. Значит, и как говорит Хорстен, возможно, что даже физические объекты, многие, которые мы привыкли считать конкретными, на самом деле могут быть описаны как квазиконкретные и таким образом как произвольные. Вот, например, какой-то куст малины. Как мы его... То есть это физический объект, вполне определенный, но тем не менее, когда мы о нем говорим, мы не подразумеваем никакую строго определенную форму. Мы просто говорим о нем как о чем-то, что имеет, значит, произвольную форму в определенных пределах. И можно предположить, что здесь может быть применима теория нечетких понятий, которую разрабатывал Файн в 70-х, ну, в частности, в 75-м году. Значит, и Хорстен отмечает, что сам Файн вот в этой книжке 85-го года про произвольные объекты упоминает о возможной связи произвольных объектов с нечеткими понятиями. Значит, дальше мы переходим уже к эпистемологическим вопросам. Значит, и начинается у нас, значит, эпистемология с того, что мы говорим, что произвольные объекты являются абстрактными объектами, и это поднимает вопрос об эпистемическом доступе к ним, потому что, ну, никаким абстрактным объектам мы не имеем прямого эпистемического доступа. И, в частности, это является одной из мишеней критики понятия произвольных объектов со стороны Фреге. Он говорит, что мы не можем отличить друг от друга объекты, обозначенные переменными x и y, по присущим им самим свойствам. Ну и отсюда Фреге заключает, очевидно, что такие объекты непознаваемы. Однако Хорстен говорит, что эта критика, хотя она и обоснована, но мы не должны делать из нее такое заключение. Значит, ну что тут можно предположить? Значит, в случае абстрактных объектов другого рода, не являющихся произвольными объектами, мы можем применить подход Квайна, который, значит, состоит в том, что если такие объекты играют важную роль в хорошо подтвержденных эмпирических теориях, значит, мы апеллируем к абдуктивным рассуждениям, то есть к выводу, к наилучшему объяснению. Ну, например, существование действительных чисел мы можем постулировать, вероятно, с не меньшим основанием, чем существование наблюдаемых объектов физики. В этом смысле абстрактные объекты каким-то образом, ну, им можно придать какой-то определенный эпистемологический статус. Однако с произвольными объектами эта стратегия не проходит, поскольку они не играют важной роли в хорошо подтвержденных эмпирических теориях.
с произвольными объектами в чистом виде, значит, работает, ну, вроде как только математика в виде переменных, но и там их, по всей видимости, можно элиминировать. Значит, и Хорстон говорит, что тем не менее, поскольку мы можем что-то сказать о природе абстрактных объектов, ну и в частности попыткой что-то сказать об их природе является вся эта книжка, мы каким-то образом можем их познавать, и это самый лучший способ. Однако имеется также другой способ, а именно способ использовать интуицию. Поскольку некоторые произвольные объекты могут представляться в воображении, мы таким образом можем как бы увидеть их свойства и узнать об этих свойствах. Значит, здесь Хорстон обращается к исследованиям роли интуиции в математическом познании Парсонса, которая подчеркивала особую роль квазиконкретных объектов, таких как слова и строки штрихов. Значит, вот здесь я привожу цитату из Парсонса, потому что она длинная, ну и как-то не обязательно ее детально переводить и приводить этот перевод. Однако она сводится к тому, что у нас есть интуитивное знание, значит, о таких вот объектах, как слова или строки штрихов. И даже, может быть, интуитивное знание о них предшествует нашему знанию о их конкретных экземплификациях. Значит, согласно Парсонсу, в случае, например, со строками штрихов, мы всякий раз, когда представляем такую строку, представляем то, что она могла бы быть дополнена еще одним штрихом. И таким образом мы можем прийти к аксиоме о существовании последователя у каждого из чисел, которые мы представляем в виде вот таких строк штрихов. При этом Парсонс считает, что представляя таким образом эти строки, мы не специфицируем внутреннюю структуру строки, потому что если бы мы это делали, то мы бы должны были представлять какое-то определенное количество штрихов, но и это бы лишило нас общности вывода. Как говорит Парсонс, мы представляем строку в общем, как мы представляем себе, скажем, толпу людей, не думая о том, что эта толпа людей состоит из какого-то их конкретного количества, там, скажем, из 3027. Вот. Значит, и вместе с тем мы не представляем себе строку как состоящую из нечеткого количества штрихов. Мы всегда знаем, что каким бы ни было это количество, оно является определенным. И мы можем говорить о самом представлении как о нечетком, но строка, которую мы представляем, нечеткой не является. Ну, Хорстон по поводу всего этого отмечает, что здесь требуется объяснение того, как соотносится образ и то, что мы в этом, посредством этого образа воображаем, однако Парсонс такого объяснения не дает. И поэтому остаются вопросы без ответов. Например, как можно представлять произвольную строку, если не в качестве строки с каким-то определенным произвольно выбранным количеством штрихов? А если же мы ее представляем как строку с каким-то определенным произвольно выбранным количеством штрихов, то как может такое представление дать нам универсальное знание об аксиоме существования последователей? Значит, Хорстон говорит, что вот Сент-Амброджио рассуждает похожим образом в рамках критики финитизма Тейта, и, по всей видимости, я не очень уверена, что я правильно поняла здесь мысль Хорстона, но, по всей видимости, его эти рассуждения устраивают больше, чем рассуждения Парсонса.
Значит, хотя сам Тейт этого не признает, Сант'Амброджо, значит, считает, что Тейт обосновывает финитизм непознаваемостью абстрактных объектов и возражает на это, что, значит, абстрактные объекты не являются непознаваемыми, поскольку мы их можем представлять как универсалии. То есть мы можем представлять какой-то объект, думая о нем, думая только о тех его свойствах, которые являются общими для всех свойств объектов такого же рода. И тогда любые выводы, которые мы сделаем на основании этого представления, они будут универсальными для всех объектов этого рода, ну, несмотря на то, что у нас нет необходимости формировать какие-то странные вот представления о строках штрихов, значит, которые не имеют никакого определенного количества штрихов. Вот. Ну и вот, если я не ошибаюсь, именно это замечание берется, значит, за основу своей концепции Хорстена. И он говорит, что более прямой способ представить произвольную строку — это не пытаться построить представление, содержание которого отражало бы свойства абстрактного объекта как такового, а рассмотреть представление строки с точки зрения признаков, общих всем определенным строкам, независимо от количества штрихов. Значит, операции с таким представлением дают универсальное знание, распространяющееся потом на строки с любым количеством штрихов. То есть мы можем, значит, если мы вывели, что у такой вот строки, представленной как универсалия, всегда для каждой такой строки есть строка с количеством штрихов больше на один, то тогда мы можем сказать, что для каждой конкретной строки можно всегда добавить к ней еще один штрих. Значит, и аналогично, если два произвольных объекта с признаками строк можно мысленно склеить, ну, то есть использовать операцию конкатенации так, чтобы получилась одна строка, то и две любые определенные строки, независимо от того, из какого количества штрихов они состоят, можно также склеить. И посредством вот такой операции конкатенации, как говорит Хорстен, можно мысленно проверить рекурсивные аксиомы сложения. Ну вот, аксиома, что а плюс 0 равняется а, проверяется тривиально, а аксиому, что значит, сумма а и сумма b и единицы равняется сумме а и b, сумме суммы а и b с единицей, можно проверить путем декомпозиции и композиции произвольных строк. Значит, ну, то есть мы берем, значит, какую-то произвольную строку и вторую произвольную строку, значит, затем от второй отделяем один штрих, значит, затем соединяем то, что осталось с первой строкой мысленно, то есть конкатенируем, и затем оставшийся штрих присоединяем. С точки зрения Хорстена, все эти операции, ну, без труда осуществляются в воображении. И формализуя такие мысленные операции, мы получаем какую-то из слабых теорий конкатенации. Ну вот, в качестве примера Хорстен берет теорию QT+, значит, но он говорит, что в принципе любая другая теория может быть здесь взята, поскольку они все равносильны друг другу. Вот аксиоматика этой теории. Значит, и Хорстен говорит, что в смысле математики эти теории являются очень слабыми. И, конечно же, всю математику в них
не привести. Но тем не менее они могут симулировать некоторые значимые части математики. И вот какие. Значит, во-первых, в теории Куда плюс и аналогичных теориях, ну я здесь буду говорить, значит, про Куда плюс и аналогичных, имея в виду, что вообще в принципе в слабых теориях конкатенации. Так вот, в таких теориях интерпретируется арифметика Q, она же арифметика Робинсона, которая представляет собой, как известно, арифметику Пиана без схемы индукции, значит, ну, с одной дополнительной аксиомой о существовании предшественников каждого нулевого элемента. И, значит, далее есть результат, что в Q интерпретируется арифметика и сигма 0, то есть такая арифметика, в которой берется аксиоматика Пиана, и схема индукции ограничивается квантерами, ну, в общем, схема индукции применяется только к выражениям с ограниченными квантерами. Значит, и это означает, что в Куда плюс и аналогичных теориях могут интерпретироваться теории замкнутых действительных полей, а также геометрия Евклида, а также теории анализа, которые формализуют элементарные свойства действительных чисел и непрерывных функций. И более того, ссылаясь на вот работу Иванжовик, можно показать, что в Куда плюс, Хорстен говорит, что можно показать, что в Куда плюс и аналогичных теориях интерпретируется бесквантерная финитарная теория множеств. И обратная интерпретация также возможна. Ну, естественно, что арифметика и сигма-1 не интерпретируются в слабых теориях конкатенации, хотя бы, ну, то есть, мы можем заключить это из того факта, что в этой системе и сигма-1 доказывается непротиворечивость арифметики Q. Значит, очень важная приложение, согласно Хорстену, слабые теории конкатенации имеют в отношении строго предикативистской арифметики. Значит, ну, многие не знают, что это вообще такое. Я тоже раньше не знала. Значит, строго предикативистская арифметика – это, значит, такой подход, который основан на критике использования им предикативных определений. И, значит, ну, мы уже знаем, что такое импредикативные определения, потому что они, мы их обсуждали при чтении предыдущих книг, поэтому я не буду пояснять. И вот, значит, вот сторонники этого подхода пытаются построить на строго предикативистской базе максимально сильную арифметику. И пока что этот проект не завершен, и существует несколько систем, которые являются кандидатами вот на такую, значит, максимальную систему строго предикативистской арифметики. И, как говорит Хорстен, возможно, что все такие системы, они интерпретируются в Куда плюс аналогичных теориях. По крайней мере, одна из систем, которые являются кандидатами, а именно вот, система ограниченной арифметики S1.2, разработанная Сэмюэлем Бассом, имеет такое свойство, то есть она интерпретируется. Значит, ну и в целом мы можем сказать, что существует не только задача формализации всякого рода ограниченных арифметик, но и задача обоснования этих арифметик. И вот, возможно, слабые теории конкатенации могут помочь в обосновании истинности финитной арифметики. Однако здесь у Хорстена есть сомнения. Он говорит, неясно, могут ли все операции, необходимые для доказательства тотальности
и элементарных свойств умножения строк быть проделаны вот, в воображении, в уме, так как это было описано выше. Значит, и то же самое можно сказать про бесквантерную индукцию на строках. Он говорит, что могло бы показаться здесь, что для доказательства индукции нужно владеть обязательно понятием итерации, и что строку нужно определять как все, что угодно, что получается из пустой строки путем итерированного добавления одноштриховой строки к ней. Значит, ну, он не обсуждает здесь никакие аргументы, существуют ли какие-то аргументы против такой точки зрения. Однако он говорит, что в любом случае сами числа, например, число 3, не являются строками из штрихов. И поэтому неясно, могут ли быть сами числа каким-то образом представлены в воображении. Однако даже если мы не можем представлять себе сами числа, мы можем думать о них и о многих других произвольных объектах, примеры которых Хорстен обещает дать в следующих главах. И даже если какие-то произвольные объекты мы не можем думать, значит, что он тоже обещает показать далее, что такие объекты есть, тем не менее мы все равно можем по таким объектам квантифицировать. А это значит, что мы можем как-то с ними работать. Вот. Дальше небольшой раздел посвящен знанию по знакомству и знанию по описанию применительно к теме произвольных объектов. Ну, согласно известному развлечению Рассела, знание ДР требует знания знакомства, и с конкретными объектами мы знакомы через определенного рода каузальные отношения с ними. А с абстрактными объектами мы такого рода каузальных отношений иметь не можем, и поэтому мы можем быть знакомы с ними только посредством воображения. Поскольку уже было показано, что произвольные строки штрихов могут быть представлены в воображении, можно сказать, что существует какое-то ДР знание о них. Здесь Хорстен снова вспоминает критику Фреге и говорит, что он прав в том, что наше знание о произвольных объектах ограничено. В частности, мы не можем рассмотреть каждый из таких объектов в его индивидуальном бытии. Однако отсюда не следует, что таких объектов не существует. Ведь и среди действительных чисел существуют такие, которые мы не можем полностью схватить в их индивидуальном бытии. Но мы из этого не отказываем им в существовании. И тем не менее, наше познание ДР в случае произвольных объектов возможно только в определенных пределах. Поскольку сами натуральные числа не воображаются, их мы можем знать ДР только в очень ограниченном смысле. И точно так же мы можем задать дефиницию для всякого определенного натурального числа и имеем каноническую форму записи для него. Следовательно, мы можем обладать о нем каким-то знанием что. Например, что оно обладает некоторым свойством φ, где, значит, ну, то есть мы можем доказать формулу φ от n, где n – это, значит, каноническая запись этого вот натурального числа. Однако, поскольку мы не можем подобным же образом указать на какое произвольное число, то есть у нас нет для него конкретного имени, значит, произвольные числа мы не можем знать ДР. Ну вот здесь ДР дописано мной, потому что по смыслу им здесь говорится именно о знании ДР. Даже вот в таком вот слабом смысле. Однако мы можем квантифицировать, тем не менее, по произвольным числам, ну, что и демонстрируется Хорстеном в его собственных рассуждениях о произвольных числах. И также и по другим произвольным объектам, и вообще Хорстен говорит, что квантифицировать можно по всему чему угодно. А также
Значит, мы можем построить теорию произвольных объектов и посредством понимания их природы с помощью этой теории знать их до дикта. И, как говорит Хорстон, со многими математическими объектами имеет место ровно такая же эпистемологическая ситуация. Но там это нас нисколько не смущает, поэтому и здесь смущать не должно. Последний раздел посвящен приложениям, которые Хорстон считает возможными для теории произвольных чисел. Значит, ну, в первую очередь он говорит, поскольку наиболее репрезентативна теория именно произвольных чисел, среди ну, различных возможных теорий произвольных объектов, то имеет смысл говорить именно о ее приложениях, и в частности имеет смысл говорить о том, что с помощью теории произвольных чисел мы можем, и, то есть, развивая формальные теоретико-множественные представления об этих числах, мы можем построить, значит, таким образом теорию произвольных объектов вообще, что является философски значимым приложением. Ну, также вот Хорстон упоминает о том обосновании, которое считает главным Файн, а именно о том, что теория произвольных объектов нужна для прояснения смысла квантификации. И при этом Файн, как говорит Хорстон, отдает центральное место в этой теории понятию зависимости, в частности, понятию функции Сколема. И отсюда можно заключить, что произвольные объекты важны для математических разделов математики, которые изучают зависимости. Вот, в частности, для логики зависимости, dependence logic. И также Хорстон упоминает, что теория Файна связывается с эпсилон-исчислением Гилберта. Вот. Значит, другой областью приложения теории абстрактных теория произвольных объектов является, собственно, философия, поскольку метафизика произвольных объектов тесно связана с философией языка и философией математики, в том числе с проблемой поисков оснований математики. Также имеется приложение, возможно, имеется область возможного приложения этой теории в виде семантики естественного языка. Вот Хорстон упоминает исследования Кинга, который, опираясь на идею Файна, что произвольные объекты вот, могут помочь в исследовании семантики естественного языка, разрабатывает на основе значит, его Файна теории свою теорию контрфактуалов. Также есть компьютерный ученый Стюарт Шапиро, которого не следует путать с философом математики Шапиро, который использует теорию произвольных объектов при исследовании анафоры. Ну, естественно, также есть, собственно, математические приложения теории абстрактных объектов. Именно Файн разрабатывает теорию формул на основе своего понятия абстрактного объекта. Ну и также вот со времен Рассела до сих пор продолжаются попытки построения теории переменных. И также можно предположить, что теория абстрактных объектов может использоваться в моделировании элементарного классического исчисления. Вот здесь я не точно поняла, что такое, что имеется в виду под элементарным классическим исчислением. Возможно, это исчисление предикатов. И также значит, в моделировании исчисления бесконечно малых. Кроме того, как говорит Хорстон, произвольные объекты также могут дать основания для интерпретации генерических множеств в рамках разработки техники форсинга. Крипке отмечает также, что
произвольные объекты могут пролить свет на понятие случайной переменной в теории вероятности. Сам Файн отмечает, что существует связь теории произвольных объектов с теорией кардиналов Кантора и с теорией ординалов Дедекинда, а также показывает, как можно от рассуждений об абстрактных объектах перейти от рассуждения о произвольных объектах перейти к обсуждению математического структурализма. Вот, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Буду рада, если будут какие-то вопросы или комментарии. Да, спасибо. Ну что, у кого какие вопросы, комментарии? У меня вот есть вопрос, который связан с вот этим моделированием произвольных натуральных чисел в этом его разделе 4.1.2. Там он там приводит эту матрицу и говорит о состояниях чисел. Вот я не знаю, кто-нибудь понимает, что это за состояние натуральных чисел, которые образуют матрицу произвольных натуральных чисел. Он как-то вроде нигде об этом не говорит, и в общем, я недоумеваю. Ну, как я понимаю, здесь говорится не о состояниях, в том смысле, что мы можем говорить о состояниях какого-то физического объекта. А это просто какие-то логически возможные состояния, о которых мы думаем, когда мы думаем, что вот у нас есть, значит, произвольный объект, который может как бы оказаться либо одним, либо другим, либо третьим и так далее. Ну вот да, но какие это характеристики относительно натуральных чисел? Это кардинальность или порядок, может быть, или что-то совсем другое? Может быть, какая-то дана содержательная интерпретация этим состоянием? Ну вот, мне кажется, тут разговор о состояниях является скорее чем-то, что запутывает нас. Потому что он состояние, вот как мы с Артемом уже немного обсуждали, употребляет... Ну вот мне, по крайней мере, кажется, что в двух разных смыслах. Я бы здесь говорил о ситуациях. Да, и вот тут можно сказать, что второй элемент вот этих пар – это вот как раз обозначение ситуации. То есть есть ситуация 1, ситуация 2, ситуация 3, ситуация 4. И вот то, что выделено квадратиками – это какое-то произвольное натуральное число. То есть это некоторое произвольное натуральное число, которое в первой ситуации становится тройкой конкретной, во второй ситуации становится двойкой конкретной, в третьей ситуации становится тройкой конкретной, в четвертой ситуации становится четверкой. Вот, но мы его можем как-то обозначить. И когда, ну вот, вот это вот, что там в самом начале говорилось о мотивации и то, что говорилось еще в предыдущей главе, вот это вот, когда математик, например, заходит в аудиторию и говорит, что пусть у нас есть некоторое натуральное число А. Вот что он имеет в виду под этим натуральным числом А? Он имеет в виду какое-то произвольное число, которое в разных ситуациях может становиться разным конкретным числом. Вот так вот. То есть в одной ситуации оно окажется единицей, в другой ситуации окажется двойкой, ну и так далее. Вот мне кажется, что здесь разговор о ситуациях, он является ничуть не лучшим, чем разговор о состояниях, потому что когда мы говорим о ситуациях, мы вроде как предполагаем, что имеется некий контекст, в котором это число оказывается тем или иным. И тем не менее, в случае произвольных чисел никакого контекста нет. Пространство этих вот состояний или ситуаций задается независимо ни от чего, и то, какая конкретная реализация, какое значение будет
какое значение примет это произвольное число. Ну, это его какие-то внутренние свойства. Кажется, разговор о ситуациях в отличие от состояний был бы лучше в этом смысле, по крайней мере, потому что он позволял бы избегать эквивокации, потому что Лев, мне кажется, прав. Ну, по крайней мере, я пришел к тому же выводу, потому что в противном случае возникает еще больше проблем, что, видимо, Хорстен действительно употребляет просто термин «состояние» в двух разных смыслах, и это запутывает очень сильно, и у него получается там «состояние в состояниях», если он формулирует вот эти вот свои матрицы, и в предыдущей главе это уже разговор о матрицах, у него там получается то состояние, которое в таком-то состоянии является таким-то. То есть, с одной стороны, состояние — это, видимо, действительно конкретные свойства, которые приобретает абстрактный объект в своей конкретной реализации, то есть состояние, быть в состоянии вот этим парикмахером, или вот этим парикмахером, или вот третьим парикмахером, или таким конкретным натуральным числом. А с другой стороны, состояние — это более абстрактная характеристика. Это, в принципе, ну вот ситуация, то, что говорил Лев. То есть это, условно говоря, пустой паз, в который может быть вставлено конкретное наполнение. То есть ну, вот в случае натуральных чисел у нас омега таких пазов, и в первом из пазов это число может принимать значение 3, абстрактное наше, во втором 2, в третьем тоже 3, какое-то еще и так далее. Вот с тем, что было сейчас сказано, я согласна, да, действительно имеет место эквивокация, но мне она не сильно мешает понимать, что происходит. Но вообще, конечно, лучше было бы иметь какой-нибудь более подходящий термин. Термин «ситуация» мне тоже не кажется подходящим. Ну, по крайней мере, сам Хорстен, когда говорит вот о парикмахерах, да, там же в этой же главе он обсуждает аргумент Бёрджесса против того, чтобы говорить о возможных мирах. Да, то есть он говорит, что в принципе, по идее, можно было бы, например, называть вот эти вот состояния возможными мирами, что типа в одном возможном мире такое вот, этот произвольный объект является тем-то, в другом возможном мире тем-то и так далее. Но, во-первых, произвольный объект не является чем-то конкретным ни в какой ситуации, ни в каком возможном мире. Он как есть произвольный, так он и произвольным и остается. Он просто может принимать какое-то значение. Вот в смысле там вот этой авторитической возможности. И кроме того, Бёрджесс выступает против использования понятия возможного мира, потому что возможный мир предполагает полное объяснение. Да, и там у него аргумент такой, что, ну вот, допустим, в каком-то возможном мире у нас, да, там про монеты, если я правильно помню, мы подбросили монетку, вот у нас есть такая честная, идеальная математическая конструкция, как монетка, она может выпасть либо орлом, либо решкой. Вот, и мы говорим, что у нас есть возможный мир, где она выпадает орлом, ну, то есть принимает значение быть орлом. И там, например, единорогов нет. А в другом то же самое мы делаем, она тоже выпадает орлом, но там единороги есть, да, эти разные возможные миры, и мы должны их, по идее, отличать друг от друга, но когда мы о монетке рассуждаем, нам не важно, есть единороги там или нет, да, нас только состояние этой монетки интересует. Вот. Поэтому лучше говорить о ситуации, утверждает Бёрджесс, чтобы у нас не было вот этого с единорогами и всем остальным. Ну вот, да, вот из того, что было сказано, как-то бросается в глаза, что наиболее не запутывающими, наиболее не запутывающим словоупотреблением является говорить об этом как именно как о значениях, либо же как об исходах в смысле теории вероятностей. Ну, потому что действительно есть много аналогий между теорией произвольных объектов и теорией вероятностей. Только, ну, в случае произвольных объектов мы никогда не оказываемся в ситуации, когда мы уже узнали исход.
Ну что, видимо, ни у кого больше вопросов и комментариев нет. Тогда, наверное, мы можем еще раз поблагодарить Аню и попрощаться до следующего раза. Спасибо за обсуждение. Спасибо, Аня, до свидания. Да, всем спасибо, до свидания. Спасибо, Шлё.